В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о первом летальном случае от COVID в регионе. Им оказался житель моногорода Житыгора. Причем он никуда не выезжал. Не то что за рубеж, даже из города. Как и где он мог заразиться вирусом, неизвестно. По словам врачей, пациент занимался самолечением. Всего с Житыгоры было два пациента. Со слов пациента, первые признаки заболевания появились 5 апреля. Пациент в медорганизацию не обращался, занимался самолечением. Оба пациента отрицают какие-либо контакты с лицами с признаками вирусных заболеваний, а также выезд за пределы города Житыгоры. Хотя родственники погибшего говорят, что он не занимался самолечением, как говорят врачи. Наоборот, он вызвал врачей, но его не госпитализировали. Как сообщили в Кустанае, из двоих заболевших скончался пожилой человек. К слову, это самая рискованная группа пациентов, потому что у них самый слабый иммунитет, говорят врачи. Да, мы в скорую обращались 11 апреля, но нас не госпитализировали, потому что они подозревали на ротовирусную инфекцию, но не на коронавирус. И сказали, что это все равно решает главврач, вы дома полечитесь, и в понедельник уже вызывайте на дом врача, он уже даст назначение, как бы. Кстати, у сотрудников дома престарелых в столице тоже нашли ковид. В доме престарелых Шарапат выявили смертельный вирус сразу у 7 работников. Об их заражении стало известно сегодня. Центр оказывает помощь проживающим в нем пожилым людям. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.